Поработать в выходной на благо города. Республиканская акция заставила чиновников встать пораньше в субботу. В это утро их ждал физический труд. Но настроение такие перспективы им не испортили, ведь цель благая. Акция объединила татарстанцев под лозунгом «Посади свое дерево». С определением места дислокации проблем не возникло. Благоустроить решили городскую набережную в новом городе. Десант молодых кленов занял позицию скульптуры из частей велосипеда. Когда деревья крепнут, здесь будет чудесная аллея для фотосессий, уверен мэр. Но не это главная миссия новобранцев. Ведь они призваны служить охраной города от шальных камских ветров. Считаем, что это не только будет в какой-то степени красота и кислород, но и некая ветровая защита. Потому что мы прекрасно понимаем, что в береговой зоне постоянно ветер гуляет, а вот эта аллея позволит нашу велосипедную тротуарную зону в какой-то степени чуть-чуть хотя бы защитить. Специалисты говорят, что нашему городу нужнее озеленение территории между производственной зоной и жилыми комплексами. Городоначальник заверил, что и эта плешь скоро зарастет. Но заботиться о ней будут не чиновники, а бизнесмены. Сегодня территория уже разделена между предпринимателями, в обязанности которых также входит благоустройство и озеленение участка. В общей сложности на набережной чиновники посадят 20 деревьев. Но это не все. Сегодня общими усилиями городских организаций город станет богаче на 680 деревьев и 500 кустарников. Катерина Карцева, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.